Серьезны ко всем назначениям врача, внимательны к деталям, заботливы, но строги с пациентами. Все это медицинские сестры, которые ежедневно помогают докторам ставить на ноги тысячи пациентов. Вы через себя именно проносите вот эти все человеческие отношения, непосредственно общаясь с больными, помогая им выздороветь. Особенная благодарность, наверное, всем вам, в целом, всему медицинскому персоналу, вам лично за вот этот период пандемии нашей, который у нас, вот, дай бог, что прошел, дай бог, что не было третьей волны. Ну, конечно, колоссальная работа легла на ваши плечи. Я представляю, какой объем работы, какое нервное напряжение вы все пережили и достойно с этим справились. Поэтому, уважаемые друзья, низкий вам за это поклон. Ну и позвольте мне, конечно, от лица главы нашего города Тихонова Константина Алексеевича поздравить вас с этим замечательным праздником. Всех в целом и каждого в отдельности. Дай Бог вам всем здоровья, терпения, удачи. Всем нам не болеть, ну даже если заболели, с вашей помощью, чтобы мы это все быстрее дело переносили и выздоравливали. С праздником! Медицинские сестры – настоящие помощники докторов. Ведь именно они на протяжении всего срока лечения работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Вы как ангелы в белых халатах. Вы всегда спешите на помощь людям. Многие говорят, что главные в больнице – это врачи, но врач без медсестры – это как без рук и без ног. Мы бы ничего без вас не смогли бы сделать. После всех поздравлений и наград 5 медицинских сестер Центра охраны здоровья шахтеров поборолись за звание лучшей медицинской сестры лечебного учреждения. Участницы прошли несколько испытаний. Визитная карточка с представлением себя как хорошего специалиста и человека, знания в оказании неотложной помощи пациентам, одевание медицинской амуниции на скорость и творческий конкурс. По итогам всех испытаний, жюри, в числе которых коллеги участниц, определили лучших. Третье место и приз зрительских симпатий завоевала Екатерина Хренова из детской поликлиники города Полысаево. На втором месте Яна Алексахина, медсестра отделения травматологии и ортопедии. И победу одержала медсестра оперблока Ирина Скотская. Как говорит сама Ирина, зачастую пациенты и не знают, что она причастна к их выздоровлению. Это я. Можно следующую фотографию? Это снова я при работе с электронно-оптическим преобразователем. И можно последнюю фотографию? Это тоже я при работе с ковид-положительными пациентами. Но это не мешает Ирине любить свою работу. Самое главное, чтобы пациенты всегда шли на поправку. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.